Ты спишь? Не, смотрю, ты тоже. Не могу уснуть. Ветер шумит капец громко. Сам чего не спишь? Вот и. Это так теперь порнуху называют? Отрицаешь, значит? Я все еще не могу поверить в то, что сделал Альберт. Ого, как и я. Он не в себе, походу. За окном что-то совсем расшумелось. Как-то необычно громко. У меня тупо дождь идет, без ветра. Везет. Я хочу спать. Фак, я, кажется, слышала, как кто-то ходит по гравию на улице. Отпроси у папани посмотреть что-то. Да я одна дома. Родители на даче до выходных, я говорила. Да? Когда вернуться, нужно затусить. Чувство, что кто-то ходит по гравию. Я бы посмотрела, кто это, но кровать такая теплая. Конечно, стоит посмотреть во двор, когда ты одна. Что если там действительно кто-то и есть, и он наблюдает за тобой? Не смешно, Дим. Да ладно, я шучу. Уверен, там никого нет. Пойду гляну. Кому ты, кстати, позвонишь, если что? Бля, Дим, там что-то есть в саду, писец. Серьезно? Да. Фига. Я вижу мужскую спину. О, что он делает? Он ищет что-то. На корточках ползает в кустах и что-то ищет. Ха-ха, он упоротый. Уронил дозу и ищет ее. Бля, Дим, я серьезно, что делать? Может, попробую сделать ничего? Найдет свою дозу и свалит сам. Бля, он копает землю голыми руками. Весь газон уродует. Он повернулся. Ну и как он выглядит? Бля, Дима, вот нихуя не смешно сейчас. Что? Как ты это делаешь? Делаю что? О чем ты? Я вижу, что это ты. На моем газоне. Как ты пишешь, не трогай телефон. Посмотри наверх, я стучу тебе. Это не смешно. Бля, теперь ты меня пугаешь. Я дома, это не я. Хватит ебать мне мозг. Я вижу твое лицо, эту дебильную твою выцвевшую куртку. Это кто-то на меня похожий, Аня. Я честно думаю, я бы не стал так шутить. Значит, это твой друг. Смехуёчки тут устраиваете, как еще на нем может быть твоя куртка? Да таких курток сотни, никто на меня из друзей не похож. Ты просто прикалываешься. Он опять копает. Бля, он ушел. Аня, у тебя есть чем защищаться? В смысле? Ну там оружие, может, у рыбаков. Откуда? Ну хузе вдруг? На той куртке разве не было написано твое имя? Блять, я вижу твое имя! Как? Дима, что за хуйня, не смешно? Аня, эта куртка у меня в шкафу сейчас. Бля, он меня заметил! Он начал улыбаться, смотрит на меня. Бля, пиздец, он идет. Звони ментам, Аня. Бля, Аня, ответь. Окей, я позвонил в полицию, направил их по твоему адресу. Сказали, будут где-то через полчаса. Аня. Оно в доме.
стараясь не двигаться, электричество вырубилось. Я в шкафу с ножом. Тяжело писать, я вся дрожу, пиздец. Бля, держись, пожалуйста, полиция будет через 20 минут. Ты знаешь, где он? Оно. Не он. Вид, который оно приняло, заметив меня. Никто не может так выглядеть, пиздец. Господи, оно знает, где ты. Нет, я схватила нож, заметив, как оно бежит сзади дома. И спрятала в шкафу, когда услышала, как оно попало в дом. Все будет хорошо. У Нарика не хватает мозгов найти тебя в шкафу. Полиция в пути. Дим, оно зовет меня. Голос не похож на твой. Очень грубый голос. Его голос заполняет весь дом, как будто в голове. Что он говорит? Аня, выходи. И я просто посмотрю на тебя. Он повторяет это снова и снова. Дима, я сошла с ума. Так сводит с ума, да? Аня, еще 10 минут, ты сильный, не сдавайся. Бля, я слышу, как оно поднимается на второй этаж. Очень-очень медленно. Очень необычные шаги. Почему оно похоже на тебя? Почему ты? Пожалуйста, поверь мне, я не знаю. Дима, ты можешь остановить его? Пожалуйста, остановите это. Если бы я мог, я бы сделал это честно. Оно стоит у двери комнаты. И я, дура, ничего не сказала родителям, когда они уезжали. Я слушала музыку. Я в последний раз их видела, да? Аня! Димочка, это имеет что-то общее с тобой. Только ты можешь остановить это, пожалуйста. Боже, Аня, я не знаю честно, что делать. Пожалуйста. Может, потому что я постоянно думаю о тебе. Постоянно. Тогда прекрати. Я не знаю, как. Оно скребется по стенам. Димочка, прошу тебя. Я пытаюсь, я правда стараюсь. Оно замедлилось. Продолжай. Что бы ты ни делал, это работает, не останавливайся. Оно замолчало. Я ничего не слышу. Да, не выходи, сиди в шкафу, пока полиция не приедет. Что я им скажу, если оно пропало? Все, что ты сказал мне. И я не знал, что ты так часто думал обо мне, Дима. Я так рад, что она исчезла. Можешь прийти утром? Я очень хочу тебя увидеть, Дим. Конечно, я приду. Чудесно, жду с нетерпением. Аня, как я могу быть уверен, что это ты?